автозаправочные станции крупных нефтяных компаний начали вводить так называемые сервисные сборы за использование топливных карт корпоративными клиентами. Таким образом, они скрыто повышают стоимость бензина и дизельного топлива, говорят аналитики рынка. Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС заморожены нефтяными компаниями с июня этого года по соглашению с правительством. Однако с того же времени началась отмена скидок для корпоративных клиентов по топливным картам. Теперь заправочные станции перешли к новому способу скрытого повышения цен на топливо за счет введения дополнительных платежей, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей пострадавших компаний. Между тем, по данным Росстата, за 10 месяцев текущего года автомобильное топливо в среднем по стране подорожало более чем на 9%.